Привет! Как дела? Как вы тут? Когда мне хочется отдохнуть, забыть обо всем, что беспокоит, я звоню своей любимой подруге, которая живет в Богучанах, и уезжаю к ней на пару дней. Ты моя хорошая. Все? Здесь всегда есть чем заняться. Помочь родственникам по хозяйству, приготовить вместе самые вкусные пироги в настоящей русской печи. Я очень люблю бесхитростную деревенскую жизнь. Ладно, хватит. Сейчас. Я давно знала, что Полина мечтает работать на телевидении. И сейчас, когда я вижу ее в эфире телеканала «Енисей», безумно радуюсь, что ее мечта осуществилась. Здесь, в нескольких сотнях километров от Красноярска, всегда смотрит телеканал «Енисей». Интересуется, чем живет большой край. Люблю приезжать к своей подруге в Богучаны. Здесь я забываю обо всем и просто отдыхаю от городской суеты.